И это гол. Это гол Оливер Каски. 3-1. В этой ситуации Рид Буше выводит его на бросок. И Оливер Каски в касание, ну, просто никаких шансов не оставляет Евгению Киселеву. Я не исключаю того, что Киселев просто даже момента броска не увидел от Оливера Каски. В итоге поздравляем этого финского защитника с первым голом в континентальной хоккейной лиге. Да. Хороший бросок на неудобной высоте. Притирку со штангой Оливера Каски. Филигранные по точности.